вот, друзья, продают камеру GoPro пятерочку за $189. Это странно, сейчас уже и семерка вроде есть, я не присматривался, но так мне пишут периодически наши зрители, а почему вы не возьмете семерку? Да. Не знаю, а что вы тут в этом разделе делаете? А я потому что хочу посмотреть, тут есть Nest, это термостат луковский. А, это такой это wireless такой термостат, да? Вот, друзья, летает $750. Чувствуется, что неплохо летает. Там еще камера у него своя стоит. Такое замечательное устройство. У нас, к сожалению, здесь не очень можно запускать. То есть, как бы сказать, не всюду можно. Есть ограничения. Там, где военные, там, где аэродромы, вот, там нельзя. Ну и там, где люди живут, тоже нельзя. Честно говоря, я вот как-то совершенно от фотоаппаратов далекий человек. И не знаю, это дорого или недорого. Вот $700 за какой-то Nikon D5600, даже не знаю. А вот этот за 500, тоже Nikon, да, но это D3500. Я видел, многие блогеры снимают на фотоаппараты, но есть деталька, я замечал вот рядом, когда стоял, они тыр-пыр, а потом у них отключается что-то, и они, вот Света потерял, и они должны, ага, вон она, и они должны заново там что-то перестартовывать, то есть как-то у них непрерывности такой нет, как на обычной видеокамере. Вот та, с которой я сейчас хожу, я могу там часа 4 снимать, ничего не будет. Так что, Света? Yeah, то есть должны быть? Они должны быть, но никто не знает, где они. Они маленькие. Вот, друзья, прям как космический корабль, а это массажное кресло. Да, значит, здесь можно как бы попробовать и приобрести. Мы, кстати, вот так тоже свои приобрели. Шли по Костко, была демонстрация, ты помнишь, да? Да, да. И мы вот тут и приобрели. Вот у нас больше вот такого плана. Но не совсем такие, не совсем такие, да. Это очень много места занимает. Огромное. Да. Как космический корабль. Костко много алкоголя. И много всего. Да, но в общем здесь вообще цены хорошие. Но о, вот в частности вот на алкоголь. Он. Вот дурак говорит, я все продал, нет. Вот он, пожалуйста. Так. Вот так вот, понимаешь, вот это вот некомпетентность, то что знаешь как вот. Да. Свете сказали, он что. Он сказал, I am out of it, то есть да. Он не продал, он видно за это не отвечает, пошел поискал, не нашел ничего. Да. Вот он стоит, пожалуйста. Да. Он сказал, с сегодняшнего дня купон, все раскупили. Да. А вот оно видишь, стоит. Как раз сегодня... Где купон? А, $40. Да. Так. Ну и хоть скажи, что это, скажи. А, это термостат. Вот сейчас холодно, мокро. А может быть, картинка там есть какая-нибудь? Давай возьмем. Нет, вот это все, что есть. Это вот ты берешь эту штуку, там платишь. А да. Значит, это же, бери штуку. Значит, вот думаю, что... видимо, вещь дорогая, маленькая. Они специально вот так кладут бумажку. Да. А на выходе ты вот ее оплачиваешь, вот этот самый этот код. Баркод. А потом, когда уже вышел, там даешь, и тебе выносят в коробочке. Света, так что мы получим за эти $200, объясни. Значит, смотри. Эта штука, вот надо только посмотреть, какой он. Они, ага, вот, это Nest Learning. Значит, этот термостат, он изучает, вот когда ты ему делаешь холоднее, теплее. Да. Он сам это изучает, и он подстраивается под тебя. Адаптивный. Адаптивный, да. То есть он знает, например, когда ты уходишь из дому. Да. Он знает это по телефону. Когда телефон уходит, он знает. И он выключается в этот момент. То есть вот сегодня мы уходим из дома, оставляем термостат включенным. Да. А он сам выключается, и потом включается, когда ты появляешься. Кроме того, ты можешь его заранее включить с телефона, но это многие делают, да, с телефона. Его основной прикол в том, что он совместим с другими гугловскими продуктами, то, что вот он сам изучает тебя и сам постарается, потому что программировать застрелишься, мы точно не знаем. Понял. Ну, хорошо. Мы у кого-то видели из знакомых. Да, мы у кого-то видели, я подумала, что нам это надо. Grey Goose, друзья, французская водка. Здоровенная бутыляка, почти 2 литра.
литр 70, ой, ё-моё, литр 75, стоит $45. Сколько у вас, друзья, стоит литр 75 Grey Goose, я не знаю. Это Scotch, тоже литр 75, вот такой красавец. Buchanan's Deluxe, да. Дешевле? Нет. А, чуть-чуть дороже даже. $50. Kirkland, вот вы видите, написано Kirkland Signature. Kirkland — это производство самого Костка. Поэтому оно подешевле. Видите, $39. И вот такая бутыляка. Я не знаю, упиться можно. Я бы лично, вот, друзья, хочу, как человек советский, я бы беленькую просто. Просто беленькую. Чем вот это вот все. Не, ну можно попробовать иногда, знаете, так, под настроение бывает. Так, это чего? А это всего 750 миллилитров. Так, и за $36 Remy Martin, окей. Ну, то есть, вы видите, друзья, что и в Америке жить можно. Жить можно. Это ж, надо ж, какой напиток, смотрите, называется, значит, дистиллери, это там, где происходит очистка, как сказать, перегонное такое заведение. Hey. Работник мне говорит, ты что снимаешь-то? Я говорю, вот у меня там соотечественники, говорю, интересуются, что американцы пьют. Он с гордостью говорит, все покажи. И говорит, ты, говорит, просвещением занимаешься. Я говорю, да. Вот это джин, друзья, это просто джин. Очищенный и разлитый в Сан-Франциско. $30 за литр 75. Образовательный канал у нас такой получается. Вот вы видите, друзья, $13, литр 75. Вот это Kirkland, это как бы костовская такая фирменная водочка. Но тут же совсем недорого, правда? За $12. Ой, ставим на место. Друзья, вы видите рыбку салмон, да? Как лосось, правильно? Да. Лосось. И вам не видно, может быть, ярлычка, но это как бы более-менее качественная еда, без дряни всякой. Нет, смотри, тут написано, что она фарм, да, то есть она на ферме ее выращена, да. Но без антибиотиков. Без антибиотиков, как-то... хорошо. Она недорогая, да. Примерно но почем? Она как, 9,99 за паунд, она, в общем-то, не дешевая. 10, но уже филе, все-таки это филе, и мы ее любим засолить, я правильно говорю? Ну да, это как-то... Расскажи, как ты это делаешь? Да как, просто солью пересыпаю, запаиваю в пакет и все. И в холодильник? Да. И на сколько? Ты знаешь что, вот я сейчас приспособилась, у нас есть такая машинка, которая герметично запаивает. Да. А, вот. Так, в принципе, поскольку она без воздуха, она не пересаливается, я очень мало соли кладу. Да. И запаиваю, она может быть там 2 недели, 3 недели. В холодильнике или без? В холодильнике. Так расскажи про Баунти, что это? Это бумажные полотенца, но просто они есть разных фирм. Так. И это Баунти не всегда бывает, но просто, да ты что? Да, но просто лучше Баунти ничего не прям интересно. Типа дефицит. Ну давай. Да нет, он никакой я не шучу, дефицит я... вообще. Здоровенные пакетища. Сколько в нем? 12 рулончиков. 12 рулончиков. Но они быстро расходят. Полотенец. Да. На кухне где-нибудь будет они там. Да, хорошо. Видите, Коск такой магазин, что вот у них склад прямо тут. У них все на таких полках вот лежит. Света, ты прямо две хочешь? Это же нам на год, наверное? Да, ну, так хорошо, мы же не так часто сюда ездим именно все это купить. А ты будешь привозить, так мы будем еще с долины возить. Много туалетной бумаги, много полотенец, но вот Света любит вот эти, Ultrasoft, да, Света? Мозг обслужен, да. Так, и что они сегодня еще со скидкой? А, кстати, вот эти самые Баунти тоже сегодня со скидкой. И так Баунти. Что правильно, что мы взяли. Да, значит... Так она стоит 22,50, а сегодня минус 4,50, то где-то 18 долларов. Ну что, берем? Да, ну почему? Давай. Что ты? 20 сразу взять? Я не знаю. Или этого нам хватит? Ну, Света, мы там редко бываем. Давай сунем его снизу. Покажем ребятам, какая тележка. Я не хочу, потому что потом под дождем, его снизу можно выкатывать. Ну, хорошо, тогда я на словах скажу, друзья, что вот снизу, вот такие вещи, как Света сейчас сверху кладет, обычно кладут снизу, вот туда. Да нам, собственно, ничего больше не надо, поэтому... Ничего не надо. Ореховые ряды, друзья. Орешки. Мы хотим купить орешки. Ну, как-то так есть легенда, что они из Гавайев, Макадемия Нат. Но они не только на Гавайях. Хотя на Гавайях это такой фирменный продукт. Там наиболее фирменный продукт. Это когда их
с шоколадом. Да, тут в банке пластмассы. Это намешано, видите? Намешано. Это просто кешью. Да, бывают соленые, не соленые. Они бывают органик, не органик. Много-много видов орешков. Видите, вот мы идем, и они не кончаются. Целый ряд. Пинатс. Да. Вот это пинатс, ежели кто не знает. Вот они у вас тут перед глазами. Так, это тоже какой-то трейл микс. Трейл — это когда вот идешь по тропе, да, идешь по тропе и подъедаешь орешков. Так, примерно. Орешки имеют примерно такую же калорийность, как и шоколад. То есть где-нибудь 600 килокалорий на 100 грамм. Это неплохая вещь. Так, чуть-чуть лишнего съел и, глядишь, весу набрал. Так, Светочка нам покажет. Слушай, они очень крупные, Свет. Вот я смотрю, крупные, ну, по размеру крупные. Макадемия с морской солью, вот это лишнее. Да, почем пакетик? $20 за 1.5 паунда там. По-моему, Свет, когда мы проходили курс там в Барселоне у доктора Гаврилова, там было сказано, что вот макадемия орешки самые лучшие. Ну, это он так тебе типа, персонально сказал. Они все, конечно, очень калорийные, да. Но мы любим разные. По чуть-чуть. По каким-то критериям, вот да. Они какие-то вообще там супер-дюпер. Там. С орехами надо очень осторожно быть, потому что они такие приставучие, начинаешь есть очень как трудно семечки. Остановиться. Только да. Раз его, и сразу и уже не остановишься, это да, правда. Да, поэтому очень трудно, и надо следить. То же самое с шоколадом, друзья, если шоколад с низким содержанием какао. Потому что если, например, там 90% какао, много не съешь. Да. И не хочется лишнего. Да, я вот подсела на одну штуку. Так, Света, ну-ка смотри, что это? Нет, такой мы... Органик, стробери, спред. Она не ответила на мой вопрос, но она его намажет на хлеб. То есть даже если оно без сахара, то на хлеб не хочется. Надо сказать, что мажет она его на хлеб очень скупердяйски. Вот я бы сказал, могла бы накладывать, я а думаю, она, ну, это же слегка как, подмазывает. Когда мы приехали, Лина говорила, вкусно, говорит, в Коско, только порции маленькие. Но да. Как бы никто не ставит задачу накормить. Ставит задачу раздразнить. Первый раз, когда мы попали в Коско, самый, не был Коско, это Прайс-клаб назывался, да. Так, пойдем, посмотрим. И вот, ну, мы там ходили, у нас ребенок там лет 11-12. И вот она, значит, в конце на выходе мы говорим, ну, как тебе магазин? Она говорит, магазин хороший, но порции маленькие. Да, в общем, то есть еще бы съела, конечно. Но это надо на рынок ходить. Вот там, пожалуйста, пробуй. Масла пошли. Свет, что ты скажешь про обилие масел, которые у нас есть? Вот там есть такие, что не дай бог таким пользоваться? Конечно, вот соябин ойл, например. Соябин. Да. Да. Но я в данном случае ищу очень специфическое масло. Оно почему-то одно время было, а потом оно исчезло. Какое? И потом оно снова появилось и снова исчезло. Какое? Вот канола это нельзя тоже брать. Так, да? так что? Это была комбинация подсолнечного масла и кокосового масла. Ой. Вот, и вот с такой комбинацией оно практически не горит вообще при высоких температурах. У нее нет так, вот этого. А нельзя где-нибудь в интернете купить больше? Нет, там? Ты понимаешь, вот это одна фирма единственная всю Америку делала. Вот она периодически, в Костко они бывают. Так. И надо запасаться, покупать как можно больше. У меня еще есть. Так. То есть не то, что ты осталась без масел. Да, но на самом деле... И что, действительно не подгорает ничего? Действительно не подгорает, да. Значит, еще раз, это комбинация подсолнечного... Она называется кокосан. Кокосан. Да. Значит, так и эта комбинация, ты говоришь, подсолнечного и... И кокосового. Окей. Поэтому... Или сан-коко. Она называется сан-коко. Сан-коко, да. Санфлауэр и коконат. Да. Сан-коко. Такое ощущение, что нам навстречу шли соотечественники, да. Подозрительно нас смотрели. Да, я так и думаю, что да. Да. Поэтому я даже как-то стушевалась. Вот, друзья, вы сейчас видите фигню, которую вся Америка подъедает очень хорошо за 5 баксов. Так? Вы имеете ящик. В этом ящике 3, 6, 12 на 2, 24 пакета. Вот вы видите, 24 пакета такого супчика. Ну, дрянь, конечно, между нами. Но, тем не менее, так, когда вот съесть нечего и надо перехватить на ходу, кипятком залил, и, пожалуйста, 2 минуты, и можно есть. Очень популярно. Вот, друзья, много
бутончиков, а вида как-то не имеет, даже не знаю, по $20. А здесь всякие коробки с барами, шоколадные, с орешками. Здесь народ использует очень активно в виде перекуса, особенно когда там на велосипеде или бегут куда. У нас в офисе большая коллекция. Бывает, студент голодал, сотрудник моему, раз, и такой калорийный бар. Вот вы видите, друзья, значит, ананасы, кусочки, окунутые в шоколад. Причем пишут не просто окунутые, а руками, hand dipped. Вот. В черный шоколад, dark chocolate. Черный шоколад, друзья. Будем пробовать. Я хочу сказать, что такие соблазны, знаешь, тут уже никакая диета не выдержит вообще. Да, друзья. Хорошо, что бюджет выдерживает. Вот. А может и плохо. Так бы вот, если бы только с хлеба на воду, может, люди здоровее были бы. Грустно очень. Вот скажи, Свет, какому человеку нужно 8 зубных щеток? Ну, или тут... ты покупаешь как бы большие пакеты, то, чем Костка, это самое... Ну, большой. Даже 9. Да. Ну, во-первых, для всей семьи, видишь, они специально сделаны все разных цветов. Ну, да. Рассчитан, наверное, 2 раза 2 смены, потому что цвета повторяются. 4 и 4, их 8. И одна запасная. Ну, как же одна запасная, ну, когда 4 и 4? Ну, как 9, когда 4 и 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, 4 и 4 по цветам видно, да? Ну, хорошо. Вот, значит, на 2 раза. Ну, потом... какой-то, я не знаю, кем надо быть, вот, чтобы нет, купить 8. Нет, а потом их надо часто менять, просто... Они мягкими становятся. Они вообще такие дизайнерские. Ты обрати внимание, как оно вообще тут сделано. Да, тут волоски в одну сторону. Мы чистили зубы обычными щетками, вообще никогда не думали. Да. А тут что-то резиновое, что-то волосяное. Наклон сюда, наклон сюда, наклон сюда вообще. Научная эти вещь. Такого цвета, эти такого цвета. Ты должен застрелиться. Да. Вот. Но нужно... А эти, вот смотри, эти вообще другие. Да. Эти вот разноцветные, эти все одного цвета. И они все разной жесткости. Да. Вот написано, что они угольные. О, слушай, они угольные. Charcoal infused. А вот это интересно, charcoal. Это для того, чтобы они белее были или для того, чтобы желудок не болел? Ну, charcoal для того, чтобы, может быть... Это фильтрация воды для вообще. Для того, чтобы впитывать что-нибудь. Видишь, вот этот самый... Так, может быть, от него зубы белее? Ну-ка, дай я посмотрю. Даже не знаю. Вот так, друзья, идешь так, начинаешь... Смотреть, что это? Вот, Wide Brush is right for you. Почему эта щетка где? Тебе хороша? Где написано? Да. Значит, у нее есть 5 бенефитов, как сказать, бенефиты. Преимуществ для чистых, здорового рта. Вот, она натурально отбеливает. Окей. Okay. Вот этим углем. Да. Давай попробуем такую. Слушай, мне это интересно. Но мы же вообще такими не пользуемся. Мы не пользуемся такими, но я думаю. Не, ну оставь ее тут. Не, ну послушай, я-то пользуюсь разными, не только своими. Света, я не имел в виду, что мы что-то купим. Я просто кино снимаю. Ну, ладно, можешь вырезать это. Так. Вот так, друзья. Я кино снимаю, а тут некоторые без понятия. Ну возьми, одна. Друзья, одна на всю эту. Нет, наверное, там еще за углом. Наверное, ее принесли сюда, да, откуда-то. А здесь тоже говорят, помогает за неделю отбелить зубы. Прямо какие-то такие щетки, что за неделю тебе все отбелят. С ума сойти. Вот, друзья, настал час расплаты. Мы на кассе. Вот там еще наш груз. И вот мы тут, понимаешь, расплачиваемся. Светочка, ты сказала, чтобы там на другой счет? Я думаю, что мы сейчас еще...